Бип-бип. Говорит Москва. Идите на Москва. Привет, я Стив Рэмбо. Если ты меня не помнишь, давай я тебе напомню. Узнали меня? Я так и думал. Я бы хотел лично вас поздравить с 8 марта. Вот что входит в поздравления. Вы получите 5 отменных фоток с лучшим качеством, лично подписанными мной. Думаете о чем-то грязном, да? Также вы получите самые вкусные, сочные, спелые конфетки Рафаэлло для ваших сладостных моментов. Все это в честь 8 марта будет бесплатно, только ради вас, включая доставку. О, я забыл самое лучшее. В честь 8 марта и всех девушек на планете, вы в конце этого поздравления получите специальное видео с 8 марта. Что? С 8 марта всех девушек. И о проекте Танок, Тартак и Друзи. Всем привет. Хочу поздравить... Чего? 8 марта, да. Понял. Значит так. Без значит так. Это. С Новым годом. Про 8 марта. Ты уже придумал, что будешь дарить? Чё? Кому, чувак? Я расстался. Недельку перекантуюсь, потом 9-го напишу, что соскучился. Головой надо думать. Какого числа в этом году празднуется 8 марта? Восьмого? Не, в этом году. А, в этом году. 9-го. Реки вкусные, люби меня, убила теперь без сил. А ты змея пустила яд, любовный яд, да я так рад. Дорогие девушки, поздравляем вам вас с 8-м, с вашим днем. Да что, не трогай меня, так? Иди убирай свое угодно. А что вы думаете об учителях русского и литературы? Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя. Сегодня 8 марта. Понял. В твои глаза смотрю тебя.